Всем привет! С вами веселая семейка. Поступают вопросы по поводу отопления наших теплиц. Сегодня хотел бы вам немножко рассказать об этом. Для отопления мы используем самые обычные печки, изготовленные собственноручно. Печки самые простые, обычные. Металл 1,5 мм, 1,2-1,5 мм. Сделанные типа бочки, сами их гнули. Сварили колосники. Вот, кидаем туда дрова, она горит. Значит, смотрите, у нас труба оцинкованная диаметром 150 миллиметров, используется как дымоход, 10 метров в длину. Длиннее — плохая тяга, либо надо уклон делать больше. Вот, поэтому хватает нам ее вот на теплицу. Две печки нормально протапливают, спасает от заморозков. То есть эти печки мы не используем для какого-то зимнего отопления. Эти печки только лишь чтобы уберечь от заморозков. Высадили, если ночью заморозки, мы подтаплим, мы поднимаем здесь температуру от уличной, до 15 градусов можем поднять. Если на улице 0, то здесь, если хорошо топить, можно и 15 получить. Теперь все наши печки быстросъемные, вот так они выглядят. Вставляются в трубу, подвешивается. Когда минует угроза заморозков, печки снимаются, труба подвязывается кверху, можно ходить, собирать, опрыскивать. И на этом месте под печкой потом высаживаются помидоры. Пусть они будут чуть-чуть позже, но все равно они будут. Потому что земли у нас очень мало, поэтому приходится использовать каждый свободный сантиметр. Все печки взаимозаменяемые, у меня их в хозяйстве 9 штук, чтобы не подписывать, куда какую ставить. Поэтому вот эта печка может подойти в любой теплице. Здесь у нас рассадник. Сеем мы в теплице, потом пикируем и выносим сюда. Он-то у нас такой более холодный. Вот эту печку мы сварили, немножко большую сделали. Такую, чтобы дров накидал и побольше хватало. Вот. Она также снимается, выносится. Тоже она может подойти ко всем моим трубам. Здесь вот труба у нас 130 миллиметров. Трубу, чтобы была большая теплоотдача, сделали П-образными. То есть не прямой выход и самый жар уходит, а чтобы вот эта вот труба, она хорошо нагревается. Вот эта вот тоненькая труба у нас, сборная, покупали мы ее, не самодельная. Очень хорошо отдает тепло. Варил сам вот такие вот тоже П-образные. Сначала была ровная, но очень много тепла выходит. Поэтому сварил П-образную, вытяжки хватает. Все это тоже привязано, все это снимается. Вот эта П-образная труба выносится, та подвязывается кверху, печка убирается. Когда высадим рассаду, здесь это тоже спашем и все посадим, чтобы ничего, никакой кусочек земли у нас не пустовал. Вот такое вот у нас отопление. В теплице у нас газ официально проведен, а здесь мы подтапливаем, конечно, дровами. Двойная пленка. Сверху, снизу уже скоро будем ее снимать. Вроде бы и все. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Кого что интересует, будем снимать, показывать. Всем пока.